Пише собі около, задоволені клопотання. Слідчого, ти відмовився, ти відмовився, ти відмовився. Зрада зрадня подобралась к нашим вопросам по спирту і, наверное, подберется по сигаретам. Заходим мы как-то раз с следователем по экономическим преступлениям прокуратуры областной, с ДФС, с активистами от лица общественности организации Фрайкор. Заходим мы как-то раз в наливайку. А там, значит, алкоголь в пластике, непонятного происхождения, без акцизных марок, ну, в общем, чистая паленка. Изымаем, составляют органы наши административные правонарушения, протоколы, штрафы. И вот следователь идет в суд и говорит судье Башко в Киевском районе, что надо экспертизу провести этого алкоголя. А судья говорит, не бачу підстав, отказать в экспертизе. Конечно, мы пойдем еще раз. Конечно, мы будем этого добиваться. Но, кажется, суды требуют общественного контроля. Пиши, заходи в комментарии, присоединяйся.